Всем привет, вы на канале ZF, а с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о еще не вышедшей игре от компании Rockstar. Это, конечно же, GTA 6. Сейчас игру обсуждают очень активно, но после недавнего отчета Rockstar перед инвесторами, GTA 6 будет обсуждать максимально активно, ведь известна дата выхода игры, а еще кое-что известно о ПК-шной версии игры. В общем, сегодня есть что обсудить и о чем поговорить. Друзья, хочу вам напомнить, что у нас на канале проходят прямые трансляции, на которых вы сможете поиграть вместе со мной и в прямом эфире задать интересующие вас вопросы. А также обязательно подпишитесь на телеграм-канал, чтобы не пропускать новых роликов и стримов. Ведь только там вы сможете всегда получить своевременные уведомления о новом контенте на канале. Начнем сперва про то, что GTA 6 на ПК точно быть. Это выяснилось благодаря сотруднику Rockstar. Когда Rockstar Games представила первый трейлер Grand Theft Auto 6, то подтвердила, что игра с открытым миром выйдет только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S и X, а на ПК остается в стороне. На данный момент Rockstar Games ничего не говорила о ПК-версии, но недавняя находка раз и навсегда доказывает, что она существует, хотя и может выйти только после релиза на консолях. Эта информация была найдена в профиле Маккензи Эллиот, которая является руководителем отдела продуктов для ПК Game Launcher в Rockstar Games. На фото в профиле есть и упоминание о GTA 6. Rockstar Games уже давно выпускает свои игры сначала на консолях, а затем спустя некоторое время на ПК. Два ярких примера — это GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Однако есть одна игра, которая еще не была официально выпущена на ПК. Это первая Red Dead Redemption. Но согласно новым слухам, игра может быть анонсирована для этой платформы в самое ближайшее время. Теперь поговорим о дате выхода новой части GTA. И тут все уже железобетонно. Хотя переносы могут быть. В своем последнем отчете о прибыли и убытках издательство Take-Two сообщило, долгожданный релиз Grand Theft Auto 6 намечен на осень 2025 года. Тогда игра должна выйти на PlayStation 5 и Xbox Series. Эта информация идет вразрез опасениям о потенциальном переносе на 2026 год. Кроме того, информацию подтвердил генеральный директор Take-Two Штраус Зельник. В разговоре с изданием IGN тот сообщил, что в компании сохраняется высокий уровень уверенности в релизе именно осенью 2025 года. «Мы действительно крайне уверены, что выпустим GTA 6 осенью 2025 года», сказал генеральный директор Take-Two Штраус Зельник в интервью IGN. Однако других подробностей об ожидаемом боевике ни сам Зельник, ни финансовый отчет его компании не раскрыли. В отсутствие признаков задержки также были уверены журналист Джейсон Шрайер и портал Insider Gaming. Согласно их информации, GTA 6 создается в соответствии с намеченным графиком. Не исключено, что больше информации об ожидаемой новинке начнет появляться в ближайшее время. Например, в коде сайта Rockstar Games нашли строчки, отвечающие за место для скриншотов GTA 6. Плюс многие инсайдеры утверждали, что второй трейлер по GTA 6 должен выйти летом этого года. В общем, нам, как и всегда, стоит только ждать и надеяться на лучшее. Хотя я, как большой поклонник именно Red Dead Redemption 2, хотел бы услышать больше ясности, а будет ли выпущена обновленная версия игры под консоли PS5 и Xbox Series. Вот это было бы здорово, да и Rockstar сама бы заработала на этом немало денег. Посмотрим, может быть, инсайдеры скоро раскроют нам информацию из отчетов Rockstar о ее планах на обновленную версию RDR 2, ведь она уже готова, и Rockstar ждет отмашки от инвесторов. А так как встреча побыла, то остается верить в лучшее, что та самая отмашка была дана разработчикам. На этом все, друзья. Пишите ваше мнение в комментариях, что думаете насчет даты выхода GTA 6 осенью 2025 года. Будет ли перенос или все-таки Rockstar уложится в намеченный срок? И что думаете по поводу ПК-версии игры? Всем спасибо за просмотр ролика, надеюсь, он вам понравился и был полезен. Если это так, то с вас подписка и лайк, а с меня новый ролик. Попробуем набрать под роликом по GTA 200 лукарей. Думаю, мы осилим. А я ушел делать новый ролик. Всем до встречи, друзья!